Всем привет! Сегодня у нас второе видео по проекту Etain Power. Сегодня мы более детально разберем ICO данного проекта, также посмотрим дорожную карту, ну и команду. Ну что, поехали! Давайте поговорим о ICO данного проекта. Частная продажа началась еще 1 июня 2018 и окончилась она 31 июля. Тогда цена была за один эфир, вы получали 70 тысяч токенов EPR, и бонус тогда был 45%. Сейчас у нас будет предварительная продажа, начало 1 ноября и конец 4 ноября. Цена также будет за один эфир 70 тысяч токенов. Но бонус будет не такой уже большой, а до 20%. То есть при ICO продлится совсем немного, всего лишь 3 дня. Ну и основная продажа, она стартанет у нас в конце ноября и будет идти до конца декабря. Там уже никаких бонусов не будет, поэтому если вы хотите приобрести токены, то лучше сделать это сейчас на pre-ICO. Вы можете зарегистрироваться и уже потом, когда начнется pre-ICO, купить токены и получить хороший бонус. Общее число токенов составляет всего лишь 10 миллиардов, и soft cap они установили 3 миллиона долларов, они уже его достигли. И hard cap составляет 13 миллионов долларов. Далее давайте посмотрим, как же будут куда пойдут средства, собранные с ICO. 45% пойдут на разработку проекта, 15% на различные операции, 15% на маркетинг, 10% на легализацию проекта, ну и 15% на энергетический ритейл. Далее это портфель проекта, где находится что, ну и дорожная карта. Давайте обязательно разберем дорожную карту проекта, это очень важно. Свое начало они берут еще в 2017 году, квартале 3. Далее они делают ICO, которое сейчас вот уже идет. Далее выпускают краудфандинговую платформу версии 1.0. Это в начале 2019 года, в конце 2019, привлечение капитала для 4 проектов. Потом в 2020 году выпуск P2P торговых приложений. Ну и в конце дорожной карты Smart Grid система 2.0. Также Race Capital 16 гигабайт проект. Далее команда проекта. Как мы видим на сайте, есть небольшая информация о их биографии. Также у каждого имеется ссылочка на LinkedIn, куда вы можете перейти и более детально ознакомиться с их биографией, понять, чем они занимались, в какой области работали, где учились, ну и в каких компаниях работали. Также советники компании, тоже есть ссылочка на LinkedIn, ну и на сайте есть небольшой адресчик их биографии. Различные партнеры и инвесторы проекта, ну и их соцсети. По моему мнению, проект очень уникальный. Они создают децентрализованную платформу, также рынок возобновляемой зеленой энергии, а также в нем будет присутствовать использование искусственного интеллекта, что облегчает вашу задачу при просмотре и правильном выборе проекта для инвестирования. А также позволит абсолютно каждому пользователю или создателю таких источников напрямую взаимодействовать между собой с любой точки мира. Поэтому присоединяйтесь прямо сейчас к вайтлисту проекта и приобретайте токены. Через один день начнется уже продажа с бонусом до 20%.
На этом будут прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.